У нас сегодня будет гигантский стеклянный лабиринт, и будем убегать от аниматроников с части Five Nights at Freddy's 2. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Дэнки, Смюга, Буга, Фуфлик и Тучка, Госдума, Заварный кофе, Курикс. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет! Аниматроник готов? Пацаны, вы готовы? Да. Раунд начался. Бегите, глупцы! Дэн, давай, мы готовы. Я уже бегу. Кто первый проиграет, тот неумеха. Тут самый плохой игрок Гаррис Мода. Умирай ты. В смысле я? Это будет и Тучка. Да, это, конечно. Обычно. Мечта. Вы его... Он уже бежит! Прыгайте! Отличненько. Он на бортик! Ты подбородком об бортик ударился. Все нормально там? Не больно тебе? Мы поставили три портала, которые ведут разные части карты. Сейчас даже я вам покажу, куда ведет каждый портал. Этот ведет возле вышки. Этот ведет в середину лабиринта. Знаете, чем классно? Что Дэн взял аниматроник, и он за него очень плохо играет. Если вы хотите, чтобы мы записывали классные рубрики в лабиринте стеклянном, напишите «Мы хотим», и мы можем сделать того персонажа, которого вы напишите в комментариях. А Госдума молодец, он уже самый первый умер. Уже все? Два раза уже. Госдума, так ты что, не умеха? Пацаны, включайте фонарик, потому что некоторые аниматроники могут ставать невидимыми, и мы только через тень сможем их увидеть. Приближается. Блин, он тебя убил в невидимости, ну нафиг, надо бежать. Вот это, кстати, очень страшный аниматроник. Теперь получается, что нельзя стоять на месте ни одной секунды. И, Тучка, ты еще живой? Я живой, я бегаю, а ты где? Я в лабиринте, тут бегу со всей силы. Немножко страшно. Я просто хочу остаться последним, потому что кто будет последним, тот будет победителем этого раунда. Это ты? Вадим, привет. О, здорово, идем. Блин, так ты же не видишь, куда ты... А, это я иду. Не, давай ты меня веди. На башке, да, вот так вот, отлично. Потому что я думаю, что ты будешь идти впереди, он тебя замочит. Боишься? Очень осторожно. Обязательно. Он наверху, блин, спрыгнул с бортика. Беги, Етучка, быстрее. А интересно, он может через стенки нас убивать? Кстати, это возможно. Эти аниматроники могут хватать на расстоянии. Блин, это было близко. А что это за аниматроник, который убивает в невидимости? А, он сзади там бежит. Етучка, знаешь, какая у тебя слабость? Да я специально... Еще гитарой по башке получил. Такой звук прикольный. Блин. А я возьму вот так этого аниматроника, потому что он очень-очень быстрый. Отлично. Курик слился. Пойдет. Вижу жертву. Бегу. Какую? Ну, оранжевую. Кто в оранжевой форме у нас находится? Так, а ну-ка информацию. Где кто находится? Я там. Я там. Спасибо за подсказку. Я тут. Хорошо. Молодец. Моя школа. Дим, я знаешь где? Где? Я на трон села, на трон села. Ребята, кто знает, откуда этот мем, напишите в комментариях. Он остановился, так, надо быстро в портал, быстрее. Есть. Все? Так, первый у нас победитель первого раунда, это Уга-Буга. Плюс одно очко, плюс твоему очку, это два очка у тебя. Одно официальное. Так, ладно, хорошо. Блин, какого же аниматроника взять? Пацаны, давайте, пока я выбираю, вы должны уже убежать. Обязательно, конечно. Аниматроник приближается, готовьтесь. Три, два, один. Есть, я знал, что ты... Я опередил события, смотрите. Ах ты, блин. Отлично, двоих сразу положил, это было сильно. Дима, привет. Привет, а подойди до стены, я тебе кое-что покажу, у меня на микрофоне там написано кое-что. Я тебе дал конфетку, все. Ну подойди, пожалуйста. Я не буду нажимать удар. Подойдешь? Ты меня же... Вот так ты, значит, да? Ребята, настроение отличное. Надеюсь, вы уже прямо сейчас поставили лайкосик, подписались, потому что мы выпускаем классные и веселые ролики каждый день. И давайте договоримся, если нравятся мои ролики, как мы записываем, обязательно ставьте лайкосики, напишите, нам нравится. И залетайте в Дискорд, если хотите даже поучаствовать. Любой может это сделать, было бы желание. Слышь, а как ты туда попал? Вот быстрый. Вот теперь я догоню всех. Не зря мы записывали рубрику «Какой аниматроник самый быстрый». Я запомнил всех. Только вот не помню, какие невидимые становятся. О! Да ладно.
Блин, да случайно нашел, как стать невидимым. О, я иду навстречу. Давай, я тебя жду. Иди сюда, китаец. Давай, а куда? Да стой, куда ты убегаешь? Стой. Я там кого-то упер за невидимого. Щенок! Ты мне в пузо уперся. Я тебя обманул, на самом деле я тебе навстречу шел. Блин, это было круто. А баночка сработала успешно. Хорошо. Ух ты. Я ничего тебе делать не буду, я тебе обещаю, даю слово аниматроника. Пальчик отгрызет. Кто по бортикам? Вы еще гоните, еще ко мне ведете. Опа, я вижу, какой-то аниматроник тоже невидимый здесь ходит. Ну, блин. Хорошо. А, стоит возле портала и чекает, да, кто-то пройдет. Молодец, хорошая школа. Ой, да что? Оно так телепортируется по-идиотски. А я тебя не выпускаю, все. Так, здесь никого нету. Хорошо, я знаю тактику. Они в уголках запрятались. Нет, правда. Привет, голова. Смотрите, какого взял аниматроника, потому что я очень сильно разозлился. Пацаны, вы готовы? Ты за мной бежишь, алло. А, вот так вот. Есть, и тучка слился, хорошо, молодцы, пацаны. Там марионетка. Психанул. Правильно и сделал. Так, я вижу еще одного человека, который живой бегает. Вот это я сейчас сделаю по-хитрому. Невидимость рулит. О, а что вы тут делаете? Давай, мочи его. Я его тут встречаю. Привет. Хорошо. Фуфлик. Все, теперь я буду играть красиво на крысу. Так, давайте выслеживать его. Охота открыта. Так, в любом случае, он сейчас через меня будет проходить. Вот 100%. У него вариантов нету особо. Так, пацаны, видите, где он находится? В углу лабиринта. Да. Он покрою. Все за ним. А как он на бортик попал? Он упал, пацаны, все, он не на бортике. Выдвигаюсь. Эх ты, блин, я не попал по нему. Есть. Это был последний или еще кто-то есть? О, Дэн, нифига себе, ты очень хорошо играешь. Чуть хуже меня, молодец. А я его... А, вижу Дэна. На краешку бегает. Упал. Так, я его преследую. Так, я вижу, там и маринетка за ним идет. Все за ним, быстрей. Значит, в этом раунде Дэн победил? Хорош. Давай, если еще продержишься минут 40, то будешь точно победителем этого ролика. Минут 40? А что, тебе жалко, что ли, 40 минут продержаться? Да. Блин, я в этом стеклянном лабиринте просто запутываюсь. Видишь его? Он обычно бежит в угол лабиринта, понимаете? У него такая есть привычка. Да ё-моё, что я запутался в этом лабиринте. Есть. Найс. Курикс, молодец. Ребята, сейчас будет раунд, когда я буду один выживший против 7 аниматроников. Напишите в комментариях, сколько минут я продержусь. Ну, можете даже написать, сколько секунд. Так, дайте мне немножко времени убежать. А, я готов. Ого, там движуха бежит. Ну что, давай, где... Да вы еще гоните? Да, блин, я должен был продержаться дольше немножко. Дайте еще один шанс, пожалуйста, пацаны. Но я должен был дольше продержаться. Не прощай тебя. Ладно, все, давайте, я готов. Ну, блин, пацаны, видите, как оно получилось? Да, блин, это как-то немного читерски было с вашей стороны. Блин, ну стеклянный лабиринт, это просто такая имба. Они постоянно видят, где я нахожусь. Заныкаться не получится. Ну, смотрите, я уже выживаю сколько секунд. Представляете, как хорошо я играю? Тебе везет просто. 10 секунд продержался, хорошо, я радый. А, блин, больной что ли, ты мне на голову чуть шишку не сделал. Ну все, сделал шишку. Да пацаны, ну это же честно. Так да. Ну да. Хорошо, Итучка, хочешь ты повыживать один? Давай, убегай, мы тебе даем 10 секунд. 3, 2, 1, побежали. Ого, марионетка быстро. Это точно с этого пака марионетка или с другого? Вы видите, где Итучка? Да, он у меня. Я его вижу тоже. Он в углу карты. Так, я приближаюсь. Приближайся. Ну. Ах ты, блин, я думал, ты сюда побежишь. Нет. Так, мы его не отпускаем, пацаны. Все за ним. Я вижу, он бежит в правую сторону от башни. Ага, понял. Да, конечно. Так, блин, я уже потерял его, я его не вижу. Да ну, Дима. Ну где ты? Ну и Итучка. Ну я, что? А, он сзади теперь. А он же... Да ты смотри, как он нас путает. Ага. Мы сейчас тут 40 минут будем за Итучкой гоняться, ну ё-моё. Это, конечно, честно. Обязательно. Ну, мочи...
Да не туда ты идешь. Во, вот так вот. Молодец. Есть! Есть! А вы друг друга мой! Хорош, он вырвался! Ну все, и Тучка, ты дольше меня продержался. Ты, по сути, победитель. Понимаешь, ты лучший игрок. Так. И... Бум! Бум! Все, и Тучка, ты лучший игрок. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. А где взрыв? Стойте. Паленка. Да стойте, стойте, надо еще раз засунуть другую бомбу. Ща принесу, ща принесу. А! Ого! Пацаны, слабо. Очень слабо. Не надо. О, это вот так оно по-нашему.